Всем привет, дорогие друзья, с вами Темпалк и... Зевалка. Ну, зевалка. И мы, короче, сегодня будем играть в Террарию. Нам делать нехрен. Решили попробовать сыграть в Террарию. Онлайн. Ну, собственно, мне это всегда было что делать. Качать лигу до сих пор на фейсе, да? Ну, это ты меня позвал. Короче, давай вот сейчас вот этих вот ушатываем, челик. Короче, нам надо сделать землянку. Это ты глубоко уже пошел. Ну, этот свой сним. Чё, тебе вернуть, что ли? Офига себе, веревка есть. Так, розовый гель, рука зомби есть, урон в ближнем бою, а я чё, драться может? Да. Так, это рука зомби в разы лучше, чем вот этот стартовый кино. А, ну ладно, рукой зомби буду драться. Так, а где земля, которую я собрала? Вот. Да я сказал, не верни, а сними вот этот свой. Мы же деревом его засыпем, потому что пол красивый. А, ну давай. Потому что этот челик очень капризный, он сюда не заселится. И в итоге подохнет где-нибудь. Да он подохнет, опять появится. Это же... Да ёкало, у меня опять дичь залезла. Блин, а чё это? Ну-ка, рука, давай. Нормально. Играем. Так, чё? А, у меня дерево есть. В городе, как назло, надо было салют пускать в этот момент, а я окно закрыть не могу, это ужас просто без окна. Чё, пол-то тебе стелить? Конечно, давай, застилай. Даже не знаю, а у нас там дальше были ходы. А если надо, будет расширим. Так, ну окей, тип на первое время. Чё, даже не знаю. Так что ли, а? Понял. Хотя не, надо еще чуть-чуть глубже, да, один блок. Снимаем вот это. Веселое дело, конечно. Блин, вот смотри, вот этот его сагрил, он теперь к нам лезет. Нет, тут слизень прыгает рандомно, влево, вправо. Он даже не агрится толком. Так, а чё там? А, верстак надо сделать. Вот он, не делаю. А, поздно. Ну, удали его нафиг, зачем? Ладно, удалю. Так, чё тут? А, эту надо сделать, стену, да? Ничего себе, у меня легендарный кинжал. Мне даже жалко как-то. Так, чё тут? Погнал. А, ну отлично, тогда давай заставляй это все стенами. Вот что, не дальше, вот так. Окно-то будет или чё? Нет. А, ну ладно. Он с окном не заселится сюда, он ведь думает, что это дырка в стене. А, ну мы же еще стекло не делали, точно. Так, что там, источник света надо, факела типа поставить, стол всё, надо. Не-не, вот оно, стол. А, верстак же за стол не считается, там что надо? Стол, стул и источник света, сейчас крафт. Верстак как раз таки считается за стол, я тебе хочу сказать. Считает? Да, считай. Не, ну давай попробуем, я стол просто так сделан. Вот стул. Чё? Ну вот у нас. Два стула. Садись, садись. Жаль, сидеть нельзя. А вот боты могут сидеть. Да, мы не можем, нам нельзя сидеть. Итак, начальное бомж-убежище у нас есть. Ачивка получена, можно так сказать. Не, ну начальное бомж-убежище есть, это хорошо. Можно, в принципе, куда-нибудь слазить, пока день. Ну, теперь побежали просто влево,
Если нам дадут пройти слизь... Хилки. Собирать всякий металл, который валяется на поверхности. О, в нашем медь, случае медь, это олово, а нет, это свинц и... О, вода есть. Только нафига она. Только броню из этого не крафтить, надо инструменты. Так, дерево мешает. Блин, нам сейчас тут это гость придет. А, ну да, ну конечно на меня сейчас полетит. Давай, иди сюда. Вот, мы вот это сейчас все пособираем, сделаем инструмент. Ну не из меди, конечно, потому что куда еще ниже опускать. А потом. Не, ну в принципе из меди броню можно. Насколько да, помню. Из меди она все равно что из дерева бесполезна. Ой, господи, да ну. Так, на нафиг. Че тут, а подсолнухи зачем, не помню. Они баф дают, там у тебя, видишь, где... А, радость. Быстро, там баф. Счастье. Ну, да, типа того. Мне, кстати, нравится, что сейчас террария на русском вообще полностью. Так, нормально. О, еще ресурс. Вот, будем мы идти так влево, пока не найдем пещеру какого-нибудь эльфа. И она будет такая большая... Такая большая. Шутить не надо, да? Большая. Свинцовая руда, ну нормально. По-моему, из нее тоже что-то можно делать. Я нашел песок. О, тут уже пустыня начинается, слышь. Ну, там... если хочешь окно, пособирай песочек и сделаем окно. Сейчас соберу. Покопаю, так сказать. Ну, вот лично я как делаю. Я в этой землянке живу какое-то время, да, копаюсь там под землей. Сейчас, если ко мне подойдешь, то пипец мне сель. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дом строю прекрасный замок. Слышь, тут этот катится, этот. Как его, перекати поле какое-то. Чирикнутый! А интересно, а где эти? Я к тебе телепортнусь или куда, интересно? Фига ты его там забаговал. А я не могу, у меня вы убиты. О, возобновился, я у дома. А как тебе возобновляться? Это как-то можно сделать? Ко мне никак. Если там зелье одно есть, но его у нас... Ну я сейчас подойду. Я сейчас подойду. Не, ну у меня тут настройки сервера, то что можно только монетки терять. Типа, отлично, 5 монеток мне дали. Какой он был дорогой. Да не, это мои были. Он ж меня крякнул. Вот тут песок. Буря. Да, да, да. Опять это фигня летит. Ого, 62. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Хрена меня тоже убило. И какой-то жук проскочил. Походу мы сегодня будем без окна. Слушай, можешь в пень это место? Давай пойдем в это, вправо. Чё... Наше дело правое, поэтому... Чё-то там вообще жопа. Кстати... Он сюда приехал! Ой-ой-ой. Сейчас, стой. Нормально махает. А куда ты пошел? Давай сюда иди. Блин, тебя убил. У тебя рука на второй раз эффективнее, чем мой. Лютая штука вообще. Это знаешь, это как веником долблю. О, заяц. Могилка чё-то могает. Кстати, может треснуться золотой за... Прикинь, да, он стоит денег больших таких. Так, уже так, ночь. Ладно, побежали, я уже резнулся, побежал. Давай, ран. Блин, вперёд. Что-то непривычно уже... без красных ботинок бегать. О, а там снег. Ну по... О. Ну или это не снег? Снег. Да нет, это снег падает, да? Да. Тут могут слизни еще падать, но... Конечно, вероятность того, что оно будет в первом дне, это очень... Да, снежок, можно его подобывать. А, ну, собственно, вот и пещера. Пошли вниз, мой друг. А где это? У меня факел туда стоит. Где у меня факела-то? Чё-то нету их. А, ты их ставишь, это хорошо. У меня их 11 штук, ну ладно. Я очень хочу тут найти... Shuriken 12. Это... В принципе, полезно. А
Ай, не вижу. Спустись, помоги. А я тебе как помогу, я тоже ничего не вижу. А, ледяной этот. Ледяной говнюк. Так, надо хилку выпить. На всякий. Воу. Прыгай. Все, я его заманесил. И этого заманесил. Знаете, блин, лезет все. Надо добить. Слава богу, тут нет никакого холода и всякой прочей дичи. Да-да-да, тут бы сейчас вообще ужас. А то сейчас как в арке началось бы. Ну, кстати, как я и говорил, глубокую пещеру... А, кстати, вот мы полезли, а как выбираться-то будем? Да какая разница, главное денег много не собирать. А, то есть типа помер и помер, да? Ну да. Главное ресурс, так сказать. Так, ну тут уже интересное что-то. Мало лечебное зелье. Так, вон там вот какая-то хрень глаза эти. А это алтарь, короче, на нем можно крафтить призывалки боссов. И есть два вида алтаря, там фиолетовый и вот такой вот красный. От их этого самого внешнего вида зависит биом, который зараженный у нас будет на этом мире. Ну, в данном случае будет крим. Собственно, функцию они оба несут одинаковую, но кримзоновый он просто типа... О! Моё! Моё! Я первый нашел. Моё. Ну ладно, второе моё, значит, будет. Ради бога. О, рельс. Воу! Фига себе матрица. Заманил. Вот это надо сломать. Стой, лучше свет включи, а то не видно, куда летит. А я сломал эти. О, лестница. Там видишь, короче, две... А на ней покатиться можно, го проедем. Поехали. Подожди, стоп, тормози, тормози. Ай! Блин, а как из нее выйти? А, это... А, во. Блин. Смотри, куда идешь, достижение, нормально. Нет, не хочу умирать таким молодым. Да нет! Я взял что-то. Что я взял? Ну тебе конец. Хочу сказать, друзья, если у нас серия будет слишком большая, я ее обрежу на несколько частей, может на две части, потому что мы не знаем, сколько будем играть, мы будем играть, сколько нам сейчас влезет. Да, будем в натуре. Завтра суббота, можно сидеть, да? У нас уже удовольствие просто началось. Давай кирпичи, я их жду. Я потерялся, я кирпичи делаю. Он верстаки или где? Да. Где кирпичи-то делать? Ну, там вверху в самом. Блин, стоит, фига себе красота. Свечкой заснеженной принеси, боже, где он? Столб. Красота. Так, а где делать-то? Что ли? Да верстаки они делают. Верстаки, ну давай верстак. Чё-то пока не нашел. Да какой... Сундук уже какой-то из заснеженной древесины сделал. Там такой молоточек нарисован, нажмешь, там тебе все доступные рецепты покажут. А, типа это так попроще, да? Угу. А у тебя, кстати, там, где броня, такие 6 разноцветных херовинок, нажми на землю. Это долгий процесс, не обращай внимания. Сколько, говоришь, у тебя кирпичей? 853 снежных, 151 ледяных. Ну, у меня ледяных побольше.
Блин, охренеть же, сколько у нас этот гайдер, он взял, убил кролика. Еще в эту в слизни попасть не может. Агрессивный человек, блин. О, у меня 549 снежных. Сейчас уже ледяные пошли. Скидывай мне в любом случае. А чё ты один что ли строить собрался? Я тоже хочу. Ты понимаешь, великие архитекторы мира проектировали свои здания в одиночку. Не великий архитектор мира. Сейчас вон этот чувак. Если хочешь, я быстрее да, убьет. Будешь делать тогда на второй горе. Ну, справа, которая. Я начну слева, ты будешь там справа. Только делай так, что верхушечку немножечко срежь этой горы и начинай. Тогда я побежал уже, начну, раз ты хочешь тоже сам. Ну так, у меня 209 льда. Обычно снежный. А я сейчас у тебя посмотрю, что-то задумал, Саша, я что-то не понял. Ну, я тебе покажу тогда в любом случае. Великий архитектор. Кстати, вот в террарии тут четкое количество НПС вот этих вот, ну, жителей. И все, ни больше, ни меньше. А опять же, пульс. Копивочку Старбаунта в том, что там ровным счетом, как и планет, дохера количество жителей. Их просто бесконечно. Они точно так же рандомно генерируются, как мир в Майнкрафте, допустим, и заселять их можно сколько угодно. Там главный критерий это комната и источник света. Все. И дверь. Даже стульев не надо ставить. Вот это вот тоже выдрабливай на заднем фоне. Уже нафиг оно надо. Там получается, ну в зависимости, если типа у него в комнате стоит оружейный сундук, то это будет охранник там, ну, защитник, короче, обычных людей. Если у него тупо много сундуков в комнате обычных, это будет торговец. Кстати, в зависимости от остального интерьера зависит выбор у этого торговца. То есть он может в натуре трудные вещи притащить. Все, а теперь начинай. Я посмотрю. От нее толку все равно нет. Че тебе начать-то? Ледяной или снежный? Начинай, я тебе начал. Вот так вот оно, чтобы было, видишь? Вот чтоб вот так вот было. А в чем соль? Ну, типа. Это слой ледяного, это слой снежного. А зачем такой вот жирный так пол? А? Чё? Зачем такой жирный пол? Так это фундамент, тяля. Как фундамент нужно? Ты в арке фундамент, чё, не помнишь, какой он жирный? Во. Можно вообще, знаешь, как сделать тут, на этой горе? Еще вот тут вот так вот продлить. Пусть оно вот так вот стоит, да, тут типа балку потом поставить. Тут типа лесенкой вот так вот рыбный фундамент провести. Понимаете?
качайте, просто наметочку сделаю, чтоб ты знал уже как дальше. А, чёрт! Помрёшь сейчас быстрее. Ну и ледяным вот так вот. Ясно, понятно. А, это типа 3D, что ли? Ну, можно так сказать. Видишь, как жирно смотрится, как по-царски сразу, что ли. А, ну кстати, да. если вот из снежного кирпича и ледяного вот строить в обычном биоме, то снег будет. И если там в натуре такую постройку зафигачить, то на заднем фоне могут елки даже появиться. То есть ты как будто бы сделаешь снежный биом. Искусственно, можно так сказать. А теперь, короче, смотри, делай, ну, какие формы у замка могут быть там у какого-нибудь. Но уже не жирным, а просто вот из снежного кирпича в один там свой. Все, я тебе наметочку сделал. И смотри, вот здесь вот эту лестницу, ты ее сделай как лестница и сверху тоже. А, ща, я понял, вот. Нет, это пусть так и будет. Это пусть так и будет блоками, как оно было. А что-то она лестницы не хочет делать еще. Да, потому что это из этого платформы ставят, вот платформы вот эти деревянные. А, точно, может, давай я скрафчу эту ледяную платформу, если могу или не могу. Но в доме платформы нет, вот тут... Тут нормально выглядит, как лестница. Я имею в виду, чтобы ты ее сделал, типа, вот это вот с потолка тоже, как лестница. Ну, видишь, как я, типа, тебе показал. Чтобы она тоже выглядела, как лестница. Потолок, короче, чтобы тоже был симметричный, похожий. Ну, ты понял. Yeah. Ты меня, короче, понял. Делай, я пошел делать на свою. А он высоту-то высокий будет или что? Я, кстати, не исключаю, что с моей стороны будут вноситься поправочки в твою деятельность, так что не обижайся, если... Короче, дорогие друзья, мы вот начали делать у нас красивые снежные замки. Тут к следующей серии у нас, наверное, точно уже будут тут полноценные дома. Ну, короче, подписывайтесь на каналы. Канал твой надо зевал скидывать? Вообще не надо, я этим уже не занимаюсь. Ну ладно. Короче, всем удачи и всем пока.